Ребят, короче, сегодня... Вы же помните, как я делала? Помню. Вот это красиво, Мише. Скетчбуке. Сегодня я надела еще персонаж. Давайте сейчас вам покажу. Помню, вы уже знаете. Ну, вот, снизу его. Но она все равно остается моим любимым персонажем. Вот. Потому что, ну, она единственный такой крутой персонаж. Особым. Ой, ладно. Дальше. Ой, да блин. Блин. Сейчас, подождите. Рогата и Джекс. Ой, там шляпку видно. Рогата, она... сейчас, покажу, что он делает. Я сейчас только прикреплю все на детальку. Блин. Вот не люблю, когда у рогата скачет куда-то глаз. Но все время глаз теряет. Мне вот это очень бесит. Потому что рогата все время в свои глаза. Ай, блин. Сейчас покажу. А вот, короче, это ее так можно сделать. Но она все равно такой прикольный персонаж тоже. Практически мой любимый. Давайте дальше. Джекс. Ну, Джекса тоже особенно. Блин. Да помни, да перестаньте суть цензуры. Все. Джек, сейчас покажу, что он делает. Сейчас я только сейчас. Ой-ой-ой. Вот он, короче. Вот. Он типа там. Там вот так. Тоже смешно, я ему сделала механизм. Я не знаю, как еще можно его делать. Только если. Он же там потом так делал. Дальше. Кейн и Гэнгл. У Кейна нет особенностей. У него просто такие глаза из пластилина. Ну, а Гэнгл уже есть, смотрите. Здесь все плачущее лицо. Тут так и там слезы, блин, не видно. В принципе, все на хорошо, только слезки не видно. Вот. Сейчас. Вот так Гэнгл. А вот так она с радостной маской. Вы уже поняли. Это из клетчатой тетради. Все. Дальше. Ай! Блин, там приклеилось это. Дальше. Зубл и Королёр. Ну, Зубл я полностью приклеивала на... сейчас. На вот это вот. Поэтому это специально такая штука нужна, чтобы клеить всякие такие штучки. Это клей-скотч. Очень прикольно. Зубл тут вся вот такая. Дальше Королёр. У Королёра здесь есть особенность. Вот. Это картинка с королевой. Сейчас. Ее можно убрать. Он другой у нас сейчас. Это приклеила сильно. Уж смотрите, как я прям сделала ее, прикрепила. Смотрите, во, она прям как вся. Ну, можно ее вот так вот. Блин, помни! Перестань. Ладно. Ну, все, короче. Следующая страничка будет про Кауфман. Обязательно я сниму, как буду его рисовать. Ну, там уже можно понять, как сделать механизм. Это легко. Просто я могу даже сейчас показать, как это сделать. Но, да, сейчас. Возьму любой листочек. Вот такой. Отрежу большую половину. Сейчас я буду делать. Сейчас я это сделаю. Короче, вот такой листок ты сделал. Ой, блин, тут листочки отрезал случайно. Делал дальше. Берешь какую-нибудь страничку, например, следующая страничка, это она вот тут, вот тут. Суешь ее вот сюда. Или, не, короче, следующая страничка будет вот здесь вот находиться. Вот здесь вот. Короче, берешь, делаешь. Вот так вот. Здесь очень элементарно, здесь логически. Как делать этого Кауфмана? Это все легко. Сгинаем вот так вот. Вот так вот сгинаем листочек. Если у вас маленький, то это будет уже капец. Так, вот. Все сделали. Вот, у нас теперь такая страничка. Рисуем самого клоуна. Вот здесь рисуем самого клоуна. Дальше нарисовались как клоуна, раскрасили. И вот так вот делали. Здесь пишем надпись, как из мультика. И все, Кауфман готов. Все, а вы не забудьте подписаться и поставить лайк под это видео.